Всем привет. В общем, смотрите, я буду пить вот такой вот лимонад Байкал. Вот, лимонад Байкал. Такая бутылка двухлитровая, мы ее охладили. Короче, эта бутылка стоит 140 рублей. 2 литра 140 рублей. Вот. Ну, в принципе, конечно, это не дешево. Ну что, открываем, друзья, открываем. Наливаем. Так. Спасибо. Так, друзья, и себе наливаю. Байкальчик. Байкальчик. Лимонад Байкал. Мне нравится вообще. Байкал очень вкусный. В общем, у нас с вами дринкинг. АСМР дринкинг. Давайте, друзья, за вас, за ваше здоровье, чтобы все у вас было хорошо. Обалденно вкусно, хорошо охладился. Холодненький он. Он у нас сутки простоял в холодильнике. Очень приятный по вкусу чувствуется, что такие натуральные компоненты. Как раз по жаре, друзья, самое то. Сейчас жарко, сейчас 30 градусов у нас. Что, друзья, нальем еще один стаканчик. Давайте, друзья, за вас. Байкала. Очень такой насыщенный вкус. Чувствуется реально, что натуральные компоненты. Вот. Написано на бутылке легендарный рецепт. Байкал, черноголовка, голос природы. Thank you.
удовольствие. Все, друзья.